Всем привет. Небольшой ролик, как я после зимы не смог завестись. Возможно, кому-то поможет. Зима закончилась. Завожусь и ни хрена не заводится. В общем, все посмотрел, в принципе, и пробег небольшой. До субботы и поломок не должен. Бензин вроде как есть. Все в порядке. Ну нифига. Значит, кикстартером из кнопки пробовал завестись. Никак, все никак. Потом, в общем, спустя, думаю, ну, сейчас... А, кстати, фильтр вот. Вся фишка в фильтре. В фильтре не было бензина. Я думаю, ну, надо дать ему немного стечь, и заведется, возможно, проблема в нем. В общем, 2 часа я набирал бензинчик в него. Вроде как что-то набралось. Ну, и сами представляете, 2 часа ждать, чтобы набралась вот эта пипка. Вот, в общем, все равно не заводится. Я плюнул на это все дело, снял этот фильтр, подсоединил напрямую к карбюратору, и все нормально завелось. В общем, после этого я снял и не пользуюсь им. Мои подписчики писали, что фильтр этот реально кал, что там дерьмовая бумажка, там не проклеена. Ну, не знаю, еще не разбирал, разберу, посмотрю. В общем, вот так он выглядит. В принципе, вроде все нормально, ничего в нем не отклеилось, как бы, и магнитик на месте. Вот, не знаю. В общем, он тормозит бензин реально, и, ну, фигня, в общем, снимайте фильтры. Возможно, если ставить какие-то качественные, вот, многие ставят. Хотя, краник мой стоковый, как бы, на нем есть фильтры. И одно время я как-то не обращал внимания, реально там есть фильтр, даже 2, один идет с бака, вот, а второй уже непосредственно как отстойник, то есть весь хлам попадает туда. Если у вас такой стоит, то вот такие вот дешевые вещи вам просто не нужны, я не советую вам ставить, вот, просто не смог завестись. Какая-то мелочь, а все-таки... Друзья, по степени возможности, как бы, я буду записывать еще ролики. Люди спрашивают, а надо, я не могу завестись, в чем причина. Вот, возможно, следующий ролик сниму по свечи, вот, катушка зажигания, вот эти такие вещи, которые часто встречаются, из-за чего альфа не заводится. Все-таки не забывайте, это китайский мопед. Вот здесь все, как бы, на честном слове, скажем так. Ну ладно, друзья, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч, пока-пока.